Всем привет, друзья! Мы, как обычно, по традиции уже в мае собираемся на рыбалку, на нашу любимую белоярку. И вот первый раз Иван достает что-то там. А, ничего не достает? А меня как же? А тебя еще поснимать надо? Привет! Да. Вот у нас под сейчас еще один подрастающий рыбак. Поздоровайся! Как тебя зовут? Савелий. Савелий. Вот. Всем привет! Все, продолжаем рыбачить. Вот первый у нас улов. Окунек Савелий поймал. Да. Вот здесь. Это вот, я. Вот тут вот такой окунь полосатый. Ну, продолжается рыбалка. Красный ход. Ну и по традиции мы рыбу с собой не берем, а выбрасываем ее обратно. Все, плыви, окунек. Не, было прямо, она так теребонила ее, ну, вибрация шла. Ну ладно, что, если сидит, так он сидит по-любому. Вот, типа, вот так вот, ага, было. Ну, извините. А, ну ладно. Сынок, а у тебя что-нибудь клюет? Клюет что-нибудь? Что не клюет? Ну ладно. Ну что, вот и наконец-то Иван обрубился. Давай, доставай. Надо подсечек разбирать. Да не. Да блин, мне его не достать. Да достанешь. Да не достать мне его. Да достать. Давай потихонечку. Я, мне кажется, ты бы его достал вот так. Мне жалко, знать. А, доставай. Спасибо. Ой. Иван утверждает, что у него там сидит. Есть. Лещ? Ну, не достал. Хорошо, я помогу тебе. Давай. Ладно, тащи! Давай. Тащи вот сюда. Сюда. Тащи. О, поднимай. Карась. Не карась, это окунь. А, окунь. Ну, тащи туда. Тащи давай. Вон такой красавец. Красавец? Да. Красавец. Найди его. Окунь. На камень положь. Вот на тот. На этот? Да. Так красавец. Он это, сколько у тебя там сидел-то? Ну, да подожди, Савелий. Я дергал, да, давно уже, видимо. Когда рыбалка не задалась, ничего не клюет, можно хоть жаб половить. А, квакает. Они вот эти штуки так надувают, да, прикольно, да, у да, них да. Пузыри. Такие лапы. Слушай, они так-то мясистые, их можно поесть. Ну так не зря же, наверное, их жрут. Лягушки-то. Лягушек. О, надувает свои пузыри. Ужас. Она здоровенная, противная. И что ты хочешь с ней сделать? Сфотографировать тебя? Да он ее отпустит, она упадет. Давай сделаем поплавок обратно. Давай. Из твоей. О, у меня клюет. Клюет, реально. Подсачек бери. О, хорошенький. Подсачек. А я... Слава, подсачек бери. Подсачек бери быстрее, Савелий. А как снимать? Да все уже не надо никак снимать, надо уже подсачек бежать. Ты можешь поснимать. Давай камеру сделаем, Савелий. Да. На, давай. Это кто? Подлещик. Подлещик? Ой, хороший, хороший. Дай его потрогать. А, так она снимала. Снимала? Давай его туда подальше. Ой, у нас и жаба, блядь. И подлещик. О, хороший, хороший вообще. Что, заберем или оставим, выкинем? Не знаю, как хочешь. Че жабу куда? Там сама, раз, жабу сама, это, сама подожди, раз руки заморал, возьми жабу-то в руки. Жабу будешь смотреть? Все, отпускаю я ее. Будешь смотреть жабу? Не хочу я жабу. Все, иди, блядь. Блядь, тупая. Ну хорошенький такой. Че у нас пока, кто побеждает-то, получается, ничья? Да, у нас по... У меня один окунь, у тебя один окунь. У меня один лещище, у тебя один лещище. Мой папа налетел. Ты что, мы отпускаем его? Ну отпускай, что? Или ты заберешь? Да я не буду его забирать. Заберем. Да куда нам его, Савелий? Подожди, давай это посмотрим, размер какой. Ну пусть растет дальше.
Дай его под... Ну, ну да, хороший. Вот это, наверное, уже лещ все-таки. Не знаю, мне кажется, грамм 600-700. Вот он, ну, хорошая рыбка. Да? Да. Вот у нас с Иваном леща. Иван один лещ, один окунь, и у меня один лещ. Ну все, все уже. Кидаешь, как, блядь, камни какие-то. Ты только что я забросил и сразу это, что-то клюнуло? Да. Фантастика. Мы уже это и соревнуемся, ничья, все. Да, понял, мы у нас соревнование закончено, у нас ничья. Да, поэтому... Вот судья молодец сказал. Да. Нету? Ладно, давай. Давай, тащи. Есть? Не знаю, что-то вроде было или нет. Сачок давай! На! На! Я сачок возьму. А, снимай, а сачок. Давай. Опускай воду, сынок. Воду опускай. Сава, сачок в воду опускай. Есть, во! Нифига. Давай, дальше опускай. Сынок. Вот. Давай, поднимай. Поднимай, поднимай. Поднимай. О, молодец. Давай, тащи. Отпускай, отпускай. Отпускай. Слушай, что за фигня, блин? Я-то ничего не вижу. Команда связанных вырывается вперед со счетом 3-2. Я 4-2. Почему 3-2? Нет, вышел, что трасс это. Ну и хорошо. Ну все, отпускаем. Да, конечно, отпускай. Пускай растет. Вот таким, чтобы был. Куда ты бросаешь? Вот, пойдем вот сюда. Вот, вот, вот. Здесь хороший подход. Аккуратненько его опускаешь в воду, и все, он уплывает. Ты мне говоришь, что конечно. Ты не сами? Сава, иди, если хочешь отпустить. Я хочу. Ну все, уже я отпустил. У нас покажи. В метре от берега на поплавочек. Ну, чебачок, да? Красавец. Слушай, а что с ним такое? Он весь в каких-то пятнах. Может, больной какой-нибудь, нет? Ну, на внешний вид вроде. Он подросток, в прыщах просто покрылся. Он в каких-то колючках. Он неровный весь. О, сам выплюнул крючок. Это я отпущу. Ну. Аккуратно только. Отпускай. Ну так только не об трубу. Все, отпустил. Молодец. Дай мне. Блин, потом. Короче, поймали второго чебака, и они действительно какие-то все такие шершавые, в таких вот, как бы этих, коросточках, что ли, или это не коросточка, шуя. Шуя. Держи его только крепко двумя руками. Вот. Иди отпускай вот там, а пойдем. Ребят, реально, кто знает, что с этими рыбинами не так. Давай быстрее иди вот туда, опускай. Напишите в комментариях. Да, действительно, напишите в комментариях, это так и должно быть, они шершавые чебаки. И либо... Можно Сава чуть не улетел, ведь, а. Либо это болезнь какая-то, либо что. В общем, друзья, рыбалка заканчивается, и после каждой рыбалки ходим с пакетом, собираем чужой мусор. Ну так, мелочь всякую. Вот. Насобирали уже реально вот целый пакет мусора. Друзья, давайте беречь природу, утаскивать за собой мусор. Всем, кто смотрел видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока, друзья. Да. Это социальная проблема, между прочим. Давай, социальная проблема. Послушайте пение квакш. Да, и по поводу... Вон и сколько много. И по поводу мусора. Ну, ребят, посмотрите. Все в говне. Убирайте за собой.